Сегодня рано утром прямо из ресторана была доставлена в одну из больниц города российская актриса Наталья Лапина. Сейчас она находится в тяжелом состоянии. Она была приглашена на день рождения своей подруги. Просидев в ресторане буквально минут 10, ей стало плохо, она потеряла сознание. Подруга сама же вызвала скорую помощь, на которую Наталью Лапину доставили в больницу. Сейчас она находится под присмотром врачей. Врачи говорят, что пока ничего не известно. Известно только то, что у Натальи Лапиной сильно поднялось давление, поэтому она потеряла сознание. Давайте, друзья, в любом случае поддержим Наталью Лапину. Будем надеяться, что ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Подпишитесь, пожалуйста, на наш YouTube-канал. Следите за нашими новостями, которые выходят на нашем канале каждое утро. Мы с вами не прощаемся, дорогие наши зрители. Лишь говорим вам до скорой встречи на нашем YouTube-канале.